Прав? Он пуст... А, ну ладно. Слушай, а радио забрать можно? Да, блин, этот, конечно, эйс гениальный. Я думаю, я сейчас возьму с собой стол. Гранатометы. Короче, если по нам начнут стрелять, что делать? Блин, я знаю, это закон подлости, и они нас будут именно за гору ждать. На, серьезно, ты не верил? Не верил, нет. И думай, откуда мы выйдем. Да, я так и думал, там конец конца города нет. Вот это поворот! Прицела нет толком, но... Хотя, ладно, зачем? Я посмотрю, как к ним в город попасть нормально. Ты говори по рации, если чё. Серьезно, у меня натовская пушка? Ладно. Хотя есть учитывая, что я вообще зеленый посреди пустыни. Ну, относительно пустыни. Четко. На недельку до второго я уеду в Комарово поглядеть отвыкшим глазом на Балтийскую волну, и на море буду разом кораблем и водолазом. Сам себя найду пути, если часом затону. Вижу противника. На неделю до второго я уеду в Комарово, где качается на дюнах Шереметьевский баркас, и у вас в корейских скалах на общественном... 50 метров идет к тебе. Если только заходите, будет личный водолаз. НАНИ? УМАЕВА МО СИНДЕЙРУ. Я его забрал, все. Хотя контрольный не помешает. А, пока что только один шел. Мне кажется, сейчас к тебе весь город побежит. Побежит, да. Связь очень.
очень-очень плохая. Типа я отрывками тебя слышу, да. Инет, скорее всего, Инет. Я не думаю, что это рация. Ты же меня нормально слушаешь? Требуется помощь, ко мне уже начинают они подступать. А? Там чел в кустах, я его не вижу. Да. Ок. Имба.